20 тысяч голосов на сайте телеобъектив.тв, сотни кандидатов на победу и всего 3 претендента, которые прочно занимали наш пьедестал. В этом сезоне акция «Гордись, Саратов» стала самой обсуждаемой и беспрецедентной. Гордиться в этом году мы предлагали саратовскими улицами. С конца июля наши корреспонденты рассказывали о самых интересных уголках областного центра. Забытые истории, яркие факты. Лидер голосования не изменился. Оставить свой след в истории города мог каждый. Мы предлагали вам назвать новую улицу Саратова. Вариантов было больше сотни. Окончательная призовая тройка определилась ближе к концу акции. Сегодня авторов названий улиц «Русская», «Экстремальная» и имени Булгакова чествовали в администрации Саратова. Это не так просто, как кажется, потому что не каждый саратовец у нас следит за тем, что происходит, не все интересуются жизнью города, а те, кто интересуется, очень часто пассивны. А эти ребята были активны. Елена – будущий педагог и призер нашего онлайн-голосования. Ее вариант – улица имени Булгакова набрала чуть больше 2000 голосов. Это бронза. Ну, с одной стороны, конечно, обидно, что у нас не будет такой улицы. Но, с другой стороны, я поздравляю победителей, конечно. Ну, улица Русская мне тоже, в принципе, нравится такой вариант. Любитель спортивного адреналина Сергей над названием долго не думал. Его вариант – улица Экстремальная. Лидировала неоднократно. В итоге 2188 голосов и второе место. Я надеюсь, что моя идея и то, что меня поддерживали многие, все-таки какой-то вклад внесла в развитие экстремального вида спорта Саратова. Филипп сделал всех в буквальном смысле слова. Его вариант «Русская» ворвался в голосование в самый разгар акции. В последней неделе голосов было больше 10 тысяч. Я предложил еще улицу Православную, улицу Золотых Огней, улицу Толерантную и какие-то еще. То есть я постоянно предлагал новые голоса, и далеко не все из них вошли в список основных. Ну и в итоге выиграла улица Русская, чему я очень рад. Русская улица появится в поселке Солнечный. Новый микрорайон начнут возводить в будущем году. Именно там и повесят новые аншлаги. Михаил Терентьев, Алексей Барыбин. Новости Телеобъектив.